Assalamu alaikum everyone, Sammy DJ the reaction back with other reaction with Diana and Key Dinova. This time it is different reaction and different reaction about Diana and Key Dinova. How she being right now, how she be that famous, that Diana and Key Dinova she be this being take this hard way to make it with Diana and Key Dinova to shelter, open the way to the big stage for Diana and Key Dinova, how to be like open everything to her to be right now famous and the story behind the wars. Yeah, the story behind the wars. So my name is Samir Ayan from Algeria, North Africa, between Morocco and Tunisia. I do reaction music video, and if you love my face, my reaction, everything here, smash a button, subscribe to notification to see more about Diana and Key Dinova and more, follow me on TikTok and Instagram, and let's start with 3, 2, 1, it's coming. Okay, let's start right now and let's go. Меня зовут Диана Анкудинова, мне 19 лет. Родилась я в Приморском крае, на Дальнем Востоке. Попала в приют, потому что у меня была неблагополучная семья. Встретила свою настоящую маму. Меня взяли в семью в 4,5 года, 5 лет. И с этого возраста я начала заниматься пением. Wow, I always have no idea about this. Можно меня из-под воды достать чуть-чуть вот здесь? То есть высоких частот можно добавить? Настоящую маму, почему я говорю настоящую, потому что я не считаю те 4,5 года чем-то важным для меня и тем, что, например, было. Я ничего там не помню, не хочу помнить и считаю, что этого не было. Что моя жизнь началась с 5 лет. Мы жили в городе Арсеньеве. Вот я работала в санатории детском. К нам привезли детей из детского дома на оздоровление. Я ее увидела, у самой двое детей. Девочка-мальчик, казалось бы, что полная семья. Тут ребенок такой, вдруг все время плачущий, страдающий. Прям волчонок такой загнанный был. Плохо говорила, заикалась. Конечно, я помню некоторые моменты. Алкоголь, наркотики, насилие. Скорее всего, если бы не моя мама настоящая, меня бы, скорее всего, не было в этой жизни, потому что там реально было очень жестокое обращение. Нет у меня отца матери, нет у меня благословенства. И, наверное, это было сложно выдержать ребенку, но я рада, что судьба ко мне вот так милостиво отнеслась, и я жива. Настя, старшая моя дочка, она ко мне сейчас на рот приходила, вот меня на эту мысль натолкнула. То есть, давайте возьмем, ребенок затолкнешь. А ты идешь? Да. Я как небольшая семья, вся семья сбежала. Ну вот, когда взяли Диану, I am happy to see her, like, everything happened with Debbie, like, in her life, and... Потому что у меня в жизни происходит очень часто что-то такое прям судьбоносное, как мне кажется. Все сводилось к тому, чтобы я пришла в эту семью, и чтобы меня взяли именно эти люди, и чтобы я пошла именно по этой дороге. У нас друг семьи такой был, он в Арсеньеве был руководителем оркестра. Он сразу сказал, ты певица. Он говорит, такой низкий голос. 5 лет. Да вы что, не слышите? Все спецэффекты мне уши тоже давайте. 8 лет было Диане, у нее в репертуаре уже было больше 100 песен. Потом мы пошли в музыкальную школу. Мы подавали, наверное, 4 года подряд заявки на голос «Дети», попадаемые на слепые прослушивания. Вот. Ну, там не повернулся никто. И вот у нее символ был дальше идти, не то, что там руки опустить. Нет, ну, вот, не повернулись, не пройду, и не буду дальше ничего. Нет, тут раздяна, тут ты смотришь.
суперконкурс на приглашение. Мы прошли кастинг, опять ее взяли туда. Мы победили. Когда я победила на проекте «Ты супер» во втором сезоне, мне было 14 лет, Игорь Яковлевич Крутой подарил мне квартиру в Москве. Меня просто переполнял какой-то разрыв эмоций. I'm so feeling. Feeling so amazing, like take this hard way, and in the end she be what she want to be, and that. Like crazy for my story, her story. So touching. Я записываю свои песни в студии Брэндона Стоуна. Брэндон — это очень хороший мой друг, композитор, автор, исполнитель, саунд-продюсер. Да, это просто классный музыкант и человек. Слушай, no, you find her. Look how, what gifts Allah give her, her voice. Wow! Классная песня. Супер песня, хитом будет. А теперь знаешь, что сделаем? Давай еще низкий голос запишем. Вот это. Да, это подарок для него, потому что это просто так его не выработать самому. Он очень глубокий, я сейчас ее специально заставляю петь все наверху, для того, чтобы не только была глубина тембра, а еще могла показать, что у нее шикарная верха. You know, being in Dar Aitam and after she find her new mother, she being with her in this all way, in her bad moment and good moment, it is amazing, I swear, like, you can't find any woman do like, like she do to Diana. Вот эта вера в меня и какая-то связь между нами, она настолько ценна. Это самый лучший момент в свете. Очень люблю природу, именно поэтому мы приобрели дачу.
в городе иногда бывает очень суетной. I'm so happy, like, seeing, like, her backstory and a bit, like, no stuff, like, but not so much about her. And this makes me know her a lot. A lot, I know her a lot now. And, like, I know her. Like, she my sister or something, like. And respect for her, I swear. So respect for her. You need to believe in yourself. Wow, I am so like, what? This Diana? Wow. I am so like, in love with her as fan. And respect her and love her because I do this video for her and for her fan, for you, because you love her, you are here watching this, and so touching, I swear, so touching, touching your heart, you know, touching your heart. Diana and Kidunova. Wow. I am glad to know that, and I'm happy to see this video about her everything, about her life, about her family, and about her way, how she be like singing now, like sing, and how she be famous, how she be work so hard for that, and how she be struggling in this life and a lot of things. And I'm so happy to see this, to see that. And if you love my reaction or my face to seeing this and to share it with you, and I love that because I am big, huge fan of Diana Akidunova, and I love her, and she amazing, and she so amazing. So if you love my face, smash a button, subscribe, turn notification on, follow me in TikTok and Instagram. That's all you need to do. And thank you for watching, and peace, love, assalamu alaikum, everyone.